Где стерва, блядь? Стерва весь ебанов. Все, ауры никас не будет, ставлю армор. Чем отличается Гера от бычки на лане? Я вообще ничего не помню. Там больше узы пакт, вроде пакт, бы. Пакт, наверное, на четырех людей кидается. И да? Урон увеличен, все. Больше ничем не увеличен. Просто урона, да хуище. Про пакт вообще не помню. Ну, только анонсируйте. 24 надо еще хотя бы одного. Просто на замене пол, блядь, гильдии. Там владыка где-то был, он говорит, в диссе его перетяните. А в ДПС знает, кто какой на лан нужен? Миллион. Ебейший. Ну, у нас хватит. 400 к таком. Вообще не ДПС ланы, блядь. 400 к это с кустами? Без. Без укусов, блядь, как на. Конечно, с укусом, блядь. Вообще ни о чем. Палки никуда маленько. Так а чё, они же вроде бабочку пошли. А что если укус нажмет портал Долоран и там всех будет кусать? Это не сапычка? Я помню, Снакса так обузили, когда жали портал в Долоран, потом весь Долоран. Как ты думаешь, вот там, если там всего 144 миллиона, как ты думаешь, обычка это или нет? Это две обычки. Ну, конечно, укус проебанный вайп, конечно. 145 лямов, что-то вообще она опущенная. Блин, ну принцов больше, как это понимать вообще? Ну, ну как спулили? Две минуты, ну. Кунко? Ну, кто это спулил сейчас? Блин, ты заебали, не пиздец, я вас скоро мутить нахуй начну. Попугаи вот это вот, все хуйня, реально уже заебали. Слишком много пиздить. Я, конечно, все понимаю, но прям очень быстро. Блять, где Мася, блядь? Я могу на Эдика зайти. Жестко захилю. Че? Так. Ну там стерва написал, что пришел. И Мася пишет, я тут. Кто пришел? На стерва. Стерва и Мася. Вайрдру очень нужны Алания. Угу. Ну что, завтра целый день будем травить квартальный. ФК. Завтра профу будем травить? Может, сегодня еще потом? Еще Лану. Или Лану. Не, ладно, лёд. Завтра. Сейчас. Мы пофиг раскупаем, нормально будет. Мне кажется, лич вообще пиво, потому что он уж очень быстро упал. Лол. Конечно, лич пиво. О, это мне, спасибо. 13 эф это хуйня. О, мула. Ну да, что-то не с личом как-то слабоватенько сделано. Типа... Там, по идее, на второй фазе вали должны ебало ломать. Мне кажется... Да типа позор, на лича меньше всего траев отдали среди всех боссов. Ну, даже на ребро ебаный сок там траев ушло. На ребро, на леди, да на всех вообще. Любой босс, хоть даже на валю, мне кажется, больше траев. Ну, блять, это Сирус, нахуй. Чему тут удивляться? Ну, по факту, лич является намного проще боссом, чем остальные. Нихуя, Кэмил никогда не являлся, блядь. Х2 вообще такого не было. Там он больше требуется к тактике, но он... можно там послакать немного. Ну ладно, если ты послакаешь, ты... Возьму его нахуй, залутался нахуй. Эх, помню, как наш Кроули по комнате водил и вайпал. Я помню, как он кричал. Вы суки! А ты видел его фотку, блять, он маленький, худенький, нахуй. Вот такая. Бля, я бы ему отсосал хуй, блядь. О, это моё. Это моё. Слушай, у тебя достаточно. Ты достаточно нетребователен. Шею, блядь, вернул на базу. И этот колёт спекосивали. Мула, кстати, это. Опять без полипалов.
Съебал. Жерелье отдай, наверное. А, где этот, написано, блядь? Что и на это оффнули. Кто? Подожди. Где этот, блядь, флюксор, который... Будет на РТ. Он же писал, что его на работу вызвали, нет? А, он написал без девяти. Понял, блядь. Не, надо, это хуйня полная, нужен хулифан. Вот это вот, ну, это ненормально. Мы же собрали человека в Алани. Свет выключил, блин, интернет, я так не помню. Нет. Я не целую, смотри, хулифан. Так, короче, по укусам. Бланш, Даш, на полу по, скорее всего. Место встречи укусов, как обычно, у вас будет печенька. Держим рейндж. Так. На пакте сбегаемся быстро. Фонари, давай ты ауру на кассу берешь. Реслин на тьму. Как только начнет кастить на первой взлетке, нажмешь АМА. Я дам айсбаун, фонари, ты на второй. Предлагаю, чтобы маги дали МК по, скорее всего. А, да, асу скинь по, скорее всего, МК. Блэки скинь МК по хулишит. Скорее всего, так, бланш на пуль вышли, скорее всего, с пула. Скорее всего, потом кусаешь хулишита. Хулишит потом кусаешь чарми. А ты, Эдель, потом кусаешь протопортера. Дальше я скажу. Кого кусаем. Первая Эдель, да. Что ты хочешь, фонарь? Какой нахуй тебе саппорт этот? Ну, давай стерки на пломбу. Хотя не хватает. Давай что-то дальше. Репорт еще жму. Это было неразумное решение. Ну, кучили в итоге чары. Ладно. Хуй его знает, как с напором, так хуйня это, блядь. Ну, так, ладно. Знаете, тихо. Швепс укусит, скорее всего, тогда. Кунки выйдет так. Скорее всего, ты потом укусишь полишита, а ты швепс потом укусишь протопошера. Это пофиг, скорее всего. Лак, 3 секунды, готовимся. Нельзя, брони, не надо звучать, сбежали спать. Сиди, ДПС, ДПС не отвлекает. Окей. Голубы, полет. Блять, прямо в печеньку нахуй. Две секунды до укуса. Так, сбежались быстрее. Я боку. Еще раз напоминаю. Скорее всего, кусаешь полишита, но это кусаешь протоковки. Нет укусов печеньки, там уже подходит профайл дома. Пак сбежали. Там прямо на взлетке будет укусить. Не проебитесь, не умрите. Да сбежитесь вы, блядь! Дамажьте, не теряйте ДПС.
Лужи, протопор. Сейчас взлетка будет. Для кашки зеленку жните, там берсу и так далее. Раньше там брали, разошлись. И укусы раздайте одна секунда. Вот печеньки там. Давай, манатьму. Из баунда. Просил. Так, дальше кусаете. Кулешит кусаешь Асуска. Чарми кусаешь Блэкича. Протопош откусаешь Кунку. И Адель кусаешь. Нет. Кусай Бланша. Да. Место укуса в печеньке, если что. Кроме Кунки, там соответственно. Тех, кто назвал в печеньку, вы там смещаете. Кого кусать даже. 10 секунд укус. 10 секунд до укуса. Парк бежали быстрее. Бля, Кунка, подойди, я на мне этот. Быстрее ко мне, беги сюда. Где ты там? А вот. Домашки. На следующий взлет максимально все плюсовые дает. Домашки. Дальше. Бланш. Короче, блядь, ладно, сейчас похуй. Следующий укус и кусайте, главное, ДДР-ДД, не хилов и не танки. Я мулу кушу. Ой, да. Так, сейчас эфир будет, готовьтесь, лёд. Бланш, блядь, вкус проебал уже, ясно, красавчик. Упала, уже бежал. Подай гимн на хп. Давай, скрыл. Простил, просим. Фоли, ещё один укус проебали, всё, падайте. Ну, хоть лесу видим. Не надо, падайте. Идите в лужу тогда. Мирики, что вы, сука, забыли на взлетке в центре? Кровавая королева, королева пущена. Рэнш, нахуй, я понял. Зэй на взлетке, блядь, всегда точку. Сложила тебя в полторы секунды. Меня сморочная кровавая стрела убила. Ну, три штуки тебе прилетело за полторы секунды. Гимны давали? Ну, вот на... точнее две, но ты в рендже не стоял, поэтому тебе что-то. Давали на второй взлетке гимны? На да, два гимна. Дал Мула и Пристена. Да, у нас что, БАшек нету, что ли, блядь, на КД выдавай? Че за БАшки? Муж 3. Муж 3. Понял, блядь. Осознал, блядь, свою ошибку. Тебя подъебали, если что. Я, блядь, не думаю. Ты рискнула. Почему 4 Арислен же хапал? Нет, скучно нельзя стоять. Какой хапал? У меня пока есть 8000. Ретрик. Может, он в ретрике столько нахуярил? На взлетке разбегал. Да, желтый джак. Хуя себе! Мирики, пожалуйста, взлетка нахуй с центра. В страхе просто оттуда. Завтра хочется много двигаться, чтобы место найти. Поехали снова, Бланш, ты там как-то, блядь, не беги нахуй в лужу, ну это вообще кринж нахуй, это пиздец какой-то, так умирать нельзя нахуй. Если держать рейндж, 4 хила вполне достаточно. И что-то долго один раз бегались вы с пактом. А, потому что мы сбежались, а он почему-то не разорвался. Он их там на дне ДПС. Либо... Я Сандерс такой. Ну да. Ну, блядь. Если он хороший, то... Ну, он будет в мейн. В любом случае. Мне хули палочки нужны. Один кусок добить, то... Не проблема. Мам,
В идеале нам надо переводить до первой взлетки, блядь, на 62%. Это нормально по ДПС успевать. У нас она взлетела на... Как крэйзи, блядь. Хуёво она. Перепроверьте банки. Повышенные маски. Давай черти на пыль. Сейчас хоть пол рейда зачитаю. Я готов, если что. Есть у кого масло? Литр. Вазелин есть. Давай, куда, стоп, нет, не пулять нахуй. Блять, блять. Ну конченые, блять! Что вы делаете, нахуй? Блять, готовность нахуй не принимаете, пуляете, нахуй. Так же кусаете. Нахуй, блядь. И приботы минус. Ой, пизди, нахуй. Аж побежал. Эта хуйня глубже скидывается, ну? Да. Да, но не надо, у глубы лучше постоянно стоит. Блядь, ладно, я понял, что. Так, бежали, быстрее. Ложим, значит, большой. На кушке 7 секунд. Я маленький, левый дом. Мира, следи за картами. И уже 10 секунд. Все. Блять, еще не укушенный, туда лучше, конечно, это пиздец. Я не сильно ДПС теряю. А, чё, короче, сбежали быстрее, да? Угу. Вообще, хуёво видео. Не на соло побежал, не соло в первую очередь здесь полить, как будет бьет. Укусы, знаете, готовьтесь, друзья. Кто-то подставит. Да, узба. Боссом, ты близко. Просил. Ну, блядь. Пач, бежали быстрее. Ребят, подходите в печеньку, кого кусают. Это хуйня по всему рейду бегать. Кристейна побежал. Как, значит, укусом? Да, да. Да, он укушит. Я дали шкунку так же. А, я да, так же кусаете. Просто... Да, я блэкичу. Блэкич только в печеньку встань через 25 секунд. Так, бежали. Вот. Маша побежала. Он как печенька будет. Ладно. Я сзади.
Извините, не теряйте питомец, блядь, мне так, блядь, хуёво идём. Так, сбежали спустя. Лужа. Смотрите, говорите. Купцай войд, если что. Продайте купцы адекватно, блядь, что это взлёт, блядь. Взлёт. Максом... Продисполили, продисполили. Раньше набрали быстрее, все раньше набрали. Давай себе купим. Мулагим. Финарин, блядь, отойди чуть-чуть. Укусы через 5 секунд, готовься, раздавай. 15. Вот, стой на месте. Мула, подойди, пожалуйста, к печеньку. Раздали укусы быстрее. Пак, сбежались. Сбежались, пак. Прохил. Умирай, выдержи. Геру дали. ДПС. Верти все свои гнуть. Репорт опять пишет. Нахуй, тела уже одного укусили пристально. Ёбки, блядь. Пак, бежали. Мася выбежал. Больше лепать на бакцию. Тусуйтесь около печеньки те, на ком нету укуса. Укушу королеву, если что. Блять, королева хил диского козяба, которого можно укусить. Да похуй, кусайте всех подряд, нахуй. Уже без разницы. Массию. Дамажьте, блять. Паладин и бабл жмите. Что по этому принципу далось баунс вторая. Славная победа. Без потерь, конечно, но и багрухи нет. Если Мира, я тебя ненавижу. Кокозябра, у меня к тебе вот такой диалог. Ну, ты зачем в центре стоишь? Обычный мастер. Прям со мной. Когда я массакру даю, чтобы все выжили. Ты кастер, ты можешь отойти подальше. Мне я надо думал, центр мне... занять. На мне пакт, я думал. Меня укусили, мне кликнуло, мне казалось, что на мне пакт, и я побежал. Ребят. Такого невозможно. Даже я в танке знаю, когда за ДД не играю, я это знаю. Блять, центр это... не занимает. Нет, мы профа не убивали. И сейчас мы проходим. Блять, ну это хуйня ебаная. Меня укусили, меня пикнул ДБМ, я, мне показалось, что на мне пакт, я побежал в центр, пакт разбегаться. Бля, трыша резнул, спасал. Заебись. Ну вот Мирая, маленький пиздюк, который в центре постоянно на фере бегает. Вот, ты вот говно маленькое. Ненавижу тебя все. Говно, мать твою. Никогда тебе говду не буду давать. Говно собачье, жлобово не учи, да? Два или три раза, получается, фера просто, блядь, в центр забегает и стоит под ней и ждет, когда приземлится, нахуй. А мы от тебя бегаем, ну, хилы. Иди сюда, мерзавец, негодяй, диспел, гад. Диспел. Да, мне само осталось диспел. Диспел сзади бежит. Бля, тут пристав хуево гарану. Нихуя. Твоя прерогатива. Ебать же крестнулся, заебись. А сейчас там и собаки резнутся, да? Да. Не, собаки не должны. Должны резнуться. Тут да, все резается, все абсолютно, весь трэш, блядь, все. И собаки. Ленточка, по-моему, с нее не падает после того, как она резается, но она резается. И ленточка падает. Ленточка резается. Блять, Лана по сравнению с предыдущей всей парашей такая изи, нахуй. Как в обычке. Все-таки я подумала, знаете о чем? Вот на Альфе, как это все работает. То есть человек, допустим, сброс КД, там когда в среду, в пятницу, ну короче, не в четверг. Человек идет, вешает КД, видит лут, но после этого он может пойти тем же чаром в этот же рейд на того же босса, просто без лута. Вот если да, бы да. Сюда такое завезли, было бы круто. Да, но было бы как-то... Есть ли в этом смысл? А делать винов еще быстрее? Контента, мне кажется, ну да, да. Типа, я что-то не понял, как это. Нет, почему нет? Там ну, тоже это бесполезно. Все ходят. Там вот, например, ты... Мы ходим там 24, не... почему ЕПшку бы не... Нет, смотри, там не бесполезно, потому что я, например, допустим, занимаюсь бустингом. Я могу хоть в сотни такие сходить на одной неделе. Я об этом и говорю, что есть ли смысл здесь делать. Да, а было бы классно. Смысл. Да, но если это не ФК.
Мифик, кстати, там так не работает, как ты говоришь. Дайте, зайдите в портал, поставьте кто-нибудь из лока, выйдите остальные. Че, сегодня Лича убьем? Конечно. Но мы же не убьем. Сегодня главное убить профа, нахуй. Завтра будем тратить. Блять. Ебать. Что за хуета, да? Ну, с тебя вышел. Да это все равно хуйня, блядь. Ну, без полипала, блядь. Ну... Это Ворислина же есть. Ворислина же есть. Вообще нахуй два штуки, блядь, должны быть, нахуй. Ни одного нету, блядь. Сука, мазырьки не дебаны, блядь. Ну ладно, не тебе шкирить, веселись. Все, вонючки порезаются. Вы упритесь в стенку сюда, пожалуйста. Похуй на эти вонючки, их пробежать можно. Кринж вонючки. Ну, проф такой же, как в 25-ке, только больнее? Нет. Проф другой. Два слизня на перифазе и... Короче, сейчас объясню, да. Метки еще. Вы убили вонючку. Скажу, вот этим блядством, которое вы там любите заниматься, блядь, стоять нахуй, в рядок нахуй, РДД. Чтоб здесь такой хуйни не было. Здесь не два, а три пельмени летит. И один пельмень ебало ломает, я так понимаю. А не то, какая стерня. Так, ладно, идите курните. Мне пить надо, потому что... Нихуя, спасибо, господин. Не за что. Спасибо. Не за что. 2 часа рабства. Фонарик, я вам потом отсосу, если что. Все хорошо. Господа, на всякий случай, зайдите в ДБМ и подключайте оповещение о том, что на вас чума. На всякий случай. Да, это обязательно. Ты чё? Я вроде уже отключил. На профи есть чума. А зачем? Бывает такое, что на тебя она несколько раз подряд кидается, ты начинаешь спамить в чат, типа, на мне чума, на мне чума, на мне чума, а Сириус такой, а пошел-ка ты нахуй, спамер, и кикает тебя. Как он называется? Понятно. На X3 такая хуйня была. Здесь хз. Я хз, вообще даун, не знаю, что делать. А вы? Как предупреждение? Блядь. Чего у тебя с оружием беба опять? Че, хуйня? Все, я понял. Да, стой, покажи. Вот это, да, кричать с именем игрока, когда на вас безнижняя чума, да? Оно? Не, на самом деле очень приятная моделька, но она мыльная чуть-чуть, или мне кажется? Да мне нравится, что когда бьешь, типа, есть анимация, знаешь, прям синенькие такие. Ну, например, когда нажимаешь мясорубку. Красиво. А, я понял, большие эффекты. Да, видно их, короче, а с кинжалами не ходят. Ну, единственный минус, она мыльная или мне кажется? Мыльная? Да, я не знаю, кто-нибудь посмотрите. Он... Дима. Попугай вонючий, блин. Да хуй знает. Чё надо, сука? Иди сюда, к бебе, по-братски. Ах. Кирилл, ты здесь? Вот, пухи вроде норм, но они мыльные, кажись, да? Или мне кажется? Да, мыльные. Мультяшные. Сука, нахуй. Сразу ХС жмёт. Учитывая то, что у меня высокая, ну, текстуризация. Да. Ну то, что эффекты большие, это кайф. Да похуй на эти эффекты. Братья большая. Не, братья с Альбиона не уважают, значит, нах. Смыть? Был бы чем. Я понял. Бля, вот огненный зев тоже вырос, пиздец. Как на милики дамажить? Чё, Кунка, как сделал? Два черных или как и было? Два черных. Два черных. У тебя красных нету? Ну они типа красненькими чуть-чуть. Не, чисто красных нету. Не, это самый пиздатый, который есть. Ну тогда черненькие, подштанные заебись. Готовы. Теперь пешком хуяр, ссылка. Все, я погнал. Башка болит, пизда, я нахуй ебаную таблетку выпил. А сейчас все болеют, корона может, блять, сэк. Да какая корона, нахуй? Так чё ты за таблетку пил? Анальгин ебаный. Я цитрамон ебашу. Цитрамон П? Угу. Хорош. Ну не знаю, мне как-то не помогает.
Я мне помогает. Вообще заебись. Так, потише дайте настроить тогда. Звуки. Бэ. Это кто сейчас сказал? Квакозябр. Квакозябр. Всем стать раком. Квакозябр запретил говорить. Бля, квакозябр, нахуй. Ты сначала помурчи, нахуй, а потом уже командуй. Окей? Кто команду я попросил помолчать, чтобы я звуки настроил? Помурчи. Я тебя понял. Поставь на радио, мы твои клики слышим слишком громко. Я оглохну сейчас. Все, пиздите. Разрешаешь, честно, не будешь ругаться? Да. Спасибо, господин милорд. О, почаще бы так говорил. Сэр, никак нет, сэр. Да это пиздец, блядь. Зев по 49.99. Это ты, Джон Уэйн? Это я. Он славян. Это пиздец. Кто это сказал? Кто это пизданул? Вот. Этот маленький. Так, еще тихо. Все тут. Вообще нафиг. Суманить? Суманить, представь. Мула. Вилла. Роли или что-то? Так. Да. Чуваве по 5к давайте оба, блядь. Давай. А где чуваве? Давайте я пока лучше для него. А ты, выйди из рейда, я тебя не вижу, блядь. А вот. Понятно. Там этот лут стухлого у меня на локе, если что. Потом времени не капает, потом в конце разрыва. Изи мани, ёпта. Вот, ва. Нужно успех, можно было. Тушку рольца. Тушка. ГЦ. Бля, она же хуёвая, без сокета. Main hand socket. Части выйдет. Первого нет, уже пускай массим. Десять. Это что, 10 000? Mm-hmm. Так миликом. Раз, два, три, пять, шесть. 40. На катушку 10 000. Угу. Можно попасть. Или что, на ордру бисовая, блядь. Просто бисовая. Туяси. Слышь, Кунг. Кунг. Ну чисто для коллекции. Вот шлем на тебя еще бисовый, нахуй. Блядь, это кольчуга, нахуй. Это кольчуга, блядь. И смотрите, я штаны, понял, блядь. Подожди, там плечи, что, ему носовую или на кого это? Или на лов? На руля. На рестро. Вообще бесплатно бы дали, чисто банк заполнить. Пустое место есть. Успокойся, мелкий. Четыре на медведя? Кучу. Нет, на кота я ее возьму. На мейн 500 ставлю. А, забираю. А ты 100 написал.
Это вот. Двое сколько чек? Она дохуя дает. О, что это? Т10? Че, кто там? Двойник ДК Мандрит. Т4. Вторая часть. Двойкич. Блять, вы за обычный Т4, блядь, ставите по 10 тут, блядь. Это Геровская? Да, это А. Т4, да. Ну, тут Т4-3. Потому что и сравнить, по-моему, нужно, да? 277, да, Т10-2. Мирай, нахуй, ты накурился, ебай. Мирай, давай, блин. А, понятно, блядь. Не знаю, как вам, но мне хоть так мало, блядь, дают, нахуй, эти статы, прям копейки, блядь, прям пиздец. Вообще, я даже немножко проиграл, чуть-чуть. 6 ловкости, 8. А, рыбу ставлю, все тут, еще раз. Что там по тактике? Короче, смотрите. Начинаете, как и в обычке, стоите в одном кемпе. Тут между, около печеньки, плюс-минус. Кидается лужа, перемигаете, там стоите в печеньке, ждете зеленого. Все как в обычке, первая фаза. Потом начинается перифаза на 80%. Появляется два слизня. И зеленый, и красный вместе. Обращайте внимание, там, где ваша вот орда, принадлежность, премиум, ну, там, где вот эта хуйня, у вас должен быть дебаф, колб. Либо красная колбочка нарисована, либо зеленая. Если на вас зеленая колба, пиздуете в трусы и хуярите зеленого. Если вы милик, вы становитесь в трусы и ждете, когда этот зеленый идет. И хуярите, ну, соответственно, вот тут вот в стене этого зеленого. На ком красная колбочка? Сбегаетесь в центр, то бишь вот примерно вам крест поставил, и хуярите красного. Красного вводите вот так вот по кругу. Можете пробегать вот так вот, только смотрите, чтобы под зеленый не откинул. И вот по вот этому кругу вот так вот бегаете. Вопрос, он на всех кидает либо красную, либо зеленую, либо... На всех кидает либо красную, либо зеленую. Дебаф. У всех будет дебаф свой. Либо красный, либо зеленый. Еще раз повторяю. С красным колбой дебафом. Около креста тусуетесь и по кругу бегаете, кого выбирает красный. Но ком зеленая колба в трусы. И хуярите, кто с зеленым дебафом, хуярите только зеленого. Кто с красным дебафом, хуярит только красного. Когда один из слизней умирает, ну там раньше какого-то, например, то все могут хуярить последнего. До этого момента никто не бьет. Там урон маленький будет. Дальше. Чума также еще будет кидаться. Просто стоите рядом с друг другом, она перекидывается на других, как горячая картошка. Если стоите отдельно, и на вас кинулась чума, сразу вздыхаете потом от этой чумы, чтобы она просто по рейду прыгала. Дальше. Три перемены вместо двух. Ну и на 40% опять перефаза будет лететь по два, это опять, ну, два слизня будет вылазить. Зеленый и красный. На 40% на второй перифазе даем геру, заливаем как можно быстрее этих слизней. Дальше все как в обычке. Все повторяется. Ханта будет помогать стаки пиздить с профа. Что? Помимо перифаз, слизни будут или только там? Будут, конечно. Все как в обычке, только на перифазе или два слизни вылазят. В гере добавляется вот только два слизня и этот и дебаф зеленый либо красный на перифазе. Чума и три пельмени вместо двух. Все, больше здесь никого нового нет. Остальное слушайте. Чумой, блядь, стоите просто рядом с друг другом, она перекидывается на соседних людей. Если вы стоите отдельно, блядь, вас чума убьет. То 16 лямов, в принципе, немного. Пиздец, у профа, блядь, меньше хп, чем у ребра, нахуй. Чем у принцов, блядь. Я хуею, нахуй. Если получается баланс. У проф должен быть легче. Где? Ну, давай, просто... ставить. Кирилл. Что? Что насчет зеленых? Плевать них? Красных я 100% буду плевать. Но на перфазе, ну, ты смотри на перифазе, блядь, чтоб тебе...
хватило, блядь, на плевок, на зеленый и красный. Мася, ты должна обходить обаму, все время обходовать там этой ходкой, которая регенит этот энергию. А в обычном состоянии я могу не в зеленого просто не плевать? Или по возможности? Я не знаю, типа. Я в зеленого не плевал. Состоянии? Ну, блядь, когда ты он хочешь, просто... можешь босса потанчить, я могу обаме посидеть. Не, подожди, хуйня. Я шамфолик. Шопай слишком много. Блять, там ничего сложного, фонарь, ёбаный в рот. Все как в обычке, тебе хватаешь, тебе хватает на плевок и на зеленого и красного. Ну посмотрим, там вроде меньше ради дается. Все так же дается ради. Ну значит, ну давай попробуем, че. Где Никита? Он зайдет или нет? Не знаю, сейчас позвоню. Вот объема будет жестко, еще урон получать. Ну, в смысле, тоже хилить. На ком красный ебет, пиздец. Куда можно, блядь, цель набивать. Ну, к слову, я открывал статистику. Первый их трай, вообще первое убийство профани, там что-то 6 траев сделали. Или 3, блядь, даже, я что-то не помню. Так мало. Юля, договаривайся отдельно с людьми, которые ставили на нее ставки. Если так, не согласятся, они то... Они видят офицерский чат. Ролили как раз те, кто за нее дрался. Сейчас я звоню Никите, секундочку. Он ответил уже, не пускает его в игру. С ними сервером разорваны и все. А, пускай закроет клиент и заново откроет. Да он слышит. Блять, еще два ханта, конечно, не люблю я хантов на этом боссе. Что они бесполезны, когда у них зеленый дебаф кинается на перифане. Минус 2 дд просто. А почему? Они же могут ауру от природы поставить, или я путаю? Да, они бить не могут просто. А. Они бить не могут, дело в этом. Они не, не надо слизить, пока не надо. Стоит. Лем и сова — это два таких класса, которые, блядь... Сова еще одну можно, блядь, ну, чисто нано. А лема можно нахуй. Вообще, не брали. Кто у тебя будет стеки воровать? Вам не хватит двух танков. Анты? ССами же раньше тоже делали, нет? Нет, ССом хп ресается. Если так? Ты убил, то стаками хп ресится, нихуя так. Ну, таками, могу... стаки будет ханты воровать, он и чего может медведич. Я могу выдержать, я думаю, 2-3 стака наберу там. Что? Что должно хватить, все там хватит. Два ханта плюс феррал. Должно быть. Ну у нас, блядь, считай, 5 человек будет. Ну это без учета танков, я имею в виду. Ну так 3 человека без учета танков, 2 ханта и чувак. Это уже все подрочить. Дрочить? Мне только заранее скажите забирать там когда. Ну, либо я могу, допустим, кто-то, ты на первое 4 или сколько-то, да, ловишь стак. Потом я с тебя вторым заберу, потом фонарь. Бля, ну, конечно, вот это вот не в тему, он вылетел, блядь. Там владыка где-то есть, там можно взять, потратить. Да что хоть ты за него все топишь? Ты кто такой-то? Друг, что ли? Он пиар-агент его. За кого? За владыку вы имеете в виду? Ну... Он что-то просил. Я не против, позвать. Просто интересно. Он где-то там, говорит, в Дисе я буду сидеть, говорит, позовите, если надо будет замена. Сегодня передаешь, а меня здесь не читают. А вот захол, блин. А нет. Баг какой-то. Нихуя мне зеркало табак. Визуально, когда его пришли. Ондра тайм. А где он? Промолчу. Ну, тоже промолчу. Он не хочет. Хуёку себя посасывает. Он не хочет играть. Кто-то обидел, значит? Да. Самолюбие обиделось. Ну и похуй. Дай мне разбирайся. Шкаф поставьте. Да, в ретрике. Сука, башка болит нахуй. Я корона. Не.
Коронованный принц. Я просто спал мало. Давай, до завтра. Да набирайся сил, блядь. Будем Синдру травить. Проф сначала убить, блядь. А то распиздели. Осталось попыток 46. А, не хватит попытки есть? Я надеюсь, ханты, блядь, вы вынесли на панель там прекрасный спелл, нахуй, чтобы забирать босса, нахуй, чтобы стаки на вторую, на третьей фазе пиздить. Рыбу еще раз ставлю. А, и клуба вторая так убить. Ой, за 8 же, сорян. Там можешь был и порезать сразу? Нет. Там у него еще много стало. Юля передумала, что ли? Я одела, типа 266 стала. Она мне почти ничего не дает. Ты ему 12 точнее, просто 2к начислила. О, так я ему десятку сняла, потому что надо было 8. И вернула десятку. Я себе вернула десятку. Чекунка дауна. Гоу-гоу-гоу. Видига, ну, ребят, ну, мы будем сегодня бить или нет, нахуй? Или вы на АФКшите все? Давайте перекур дам на... Или разойдемся, хуй его знает. Какой разойдемся, давай. Ну, уже, блядь, ну, 20 минут стоим около профа, нахуй. Один вылетел, нахуй, потом вы отходите. Ридига, блядь. У него котики на как. Лица, да, Ауру? Возьми третью. Прыгаем. Даже нихуя не написал. Ну, Никитка, короче, пытается зайти, пишет. Все, тут сорян. Заебали они меня уже. Красава. Причина полумавшая. На какой-нибудь РДД дай метку, блядь, в одной петке бегать. Сейчас разбегутся стопудово. Знаете, я прям ассист, ты сам на себя поставишь. Поводишь, блядь. Чё, чё, давай, блядь. Уйдите с печеньки, сейчас засрёте там, блядь. О, да чё, кинь. Две варды, да. Плюнул. Зелёный, отлично. Служи, видите, не стоит его. Красный вопрос. Какой-то там ранен, все. Плюнул. По красному поехали. Сейчас что, лужик я не добивал, лужик. Служи, выйдите, ну не умирайте, ёбаный в рот. И переводите профи. Готовьтесь смотреть на какой дыма. Зелёные колбы в трусы, красные в крест. Вы бежали быстрее, пометка. Прокил жесткий надо. Дал респаун. Играйте по своим таргетам. Сейчас подойду, купол вам поставлю зеленый, после следующего поставлю. Переплюну в красного.
Добили быстрее. Зеленого добивайте. Зеленого быстрее все добили. Все дружно. Пельмени отошли. Пельмени отошли. Ушли с трусов. Ушли все с трусов. Быстрее. Добейте зеленого. Ну, блядь, ну... Хорош. Сейчас пельмени... Ой, колбы будут. Аккуратно. Еще одни пельмени. Блядь. Вышли с пельменей. И колбы сейчас будут. Лужи вышли. Мили аккуратно колбы. Я в один фрейм, не забывайте. Блять, слагает, пиздец. Ёбаный сука сирует, блять. Сейчас пельмени будут. Пельмени отошли. И зеленый выходит. И зеленого поехали. Вернулись все, блять. Арборос портал стоит. Ага, меня сложило. Чё, блядь? А, меня чума убила. Заебись, падайте. Идите, лучше. Хорошо. Нормально, я думал, хуже будет. Чё-то я, блядь, чё-то я нихуя не понял. Диспленте меня нахуй. Перед тем, как умрёте. Первый раз на танке меня убивает чума, нахуй. Я ж нажал зелёнку. Диспленте, мула. Сделали, или что? Мула, диспленте меня. Альт F4. Альт F4, нажми. Альт F4 аддона можешь сломать. Ломает, блядь. А чё за хуйня, блядь? Почему с меня чума не спала, когда зеленку нажал? Нихуя не помню. Алло, сними с себя, вон там есть инсайнсу. Здесь палево. Год будет умирать. А, хотя ладно. Фонарит вышел за 10 секунд. Бля, ну это убиваемо, чуваки. Ну, по ощущениям, пока, да. Мы перефазу еще не видели. А, видели? Была перефаза. А, босс? Вроде не сложно. Босс убиваемый, только, блядь, я что-то не понимаю, почему мне зеленка чума не скинулась. Ее что, переделали или что? Не могу понять. Ладно, надо, чтобы тогда... значит, какой-то милик все-таки стоял, бегал. Не, сейчас я просто... Просто не повезло, что на тебя кинулась чума. Это просто unlucky, что такое там. Короче, метка спадает, всегда стоит в печеньке, летит что-то, отходим. Потом возвращаемся все в одну точку. Надо разбегаться, блядь. Не, просто я сколько помню, я, ну, помню, что на танке я когда танчил эту хуйню, на меня кидалась чума, она зеленкой снимала, а сейчас что-то не снялось. Странно. Ну, они это убрали, ну, типа... Ну, ладно, я сейчас просто сделаю по-другому, поясним. Я знаю, как сделать. Ебасин, кстати, пельмени охуенно кидает на переходной фазе. Это я тоже такого еще ни разу не видел. Он, блядь, закончил кастовать, кинул пельмени, и через 3 секунды следующий кинул. Ой, засумуйте, пожалуйста. Шкаф дайте. Они такого ситуации, что у него перемены идут, типа, что-то скидывается из-за того, что перефаза как раз-таки. Так на первой фазе лоб. Так в смысле он сразу после перефазы дает. Он вот, блядь, вот когда начинается перефаза, когда вот кидаются, ну вот, метки эти зеленые, либо красные колбы, он начинает кастовать что-то там, зелье, похищение, или что там, изготовление вот этих зелий. Ну вот этот каст ебучий долгий, да? После этого окончания каста он кидает пельмени. Ну, он, короче, ну, я вот тусовался около трусов. Он пока дошел до трусов, он еще раз кинул пельмени. Там только эти долетели и следующие полетели. Это очень странно. Первый раз такое вижу тоже. Как и с чумой. Походу, блядь, собака сутулая на X-темпе что-то тут, блядь, свою руку нахуй приложила. Да нет, кажется. Можно без саппорта жить. По крайней мере, до третьей фазы с ней дойдем. Вообще она была бы... Если что-то не так с боссами, нахуй, по-любому это X-Temp, нахуй. Это в ангой, нахуй. Давай, отчеты, поехали. 5, 4, 3, 2, 1. Войд, к нам. Мне кажется, без урона бы такой хуйню не имел. X-Temp, по-любому, блин. Стакую раскол. Ой, Battlecast. Блять, ну ППС вообще нету на этом боссе, не знаю почему. Блять, на остальных еще было более-менее.
чума в Близоне. Майси, не забывай про меня. Клюну. Глаза стопнули? Ну, нормально, бейте красным. Все, босса стоп. Босса стоп, не бейте, бейте красным. Босса вообще не бейте. Че он на меня переагрился? Все, по боссу поехали, готовьтесь. Становите, допивай лужу, фонарь быстрее. Пью. Зеленым дебафом трусы, красным крест. Сейчас есть баунд сразу дам. Плюнул обоих. Да, вот баунд. На следующий взрыв еще есть баунд будет, на следующий там купол. Купол там. Мася, ход, и мне нечем плевать. Убирайте быстрее. Отойдите от него. Зеленого добили нормально. Пельмени отошли. Отошли от пельменей быстрее, в трусы летят. Аккуратно, сейчас еще одни полетят пельмени, походу. Как в прошлый раз. Ну, вроде нормально. А, полетели, полетели пельмени отошли. Подъебало, милики сейчас колбу будет. Лужа и колба. Лужа кинулась. И колбы, колбы отошли. Прохил, прохил. Блять, ну выйдите с лужи, ребят, не стойте в луже, ну ёбаные вы рахиты, блять, кокозябр, блять. Говорит, стерва, БР, стерва, БР по... Ой, блять, Мася, БР по кокозябру, серый, дай БР по инсолу, быстрее. Ребахните лок и фронта. Пельмени отошли, быстрее пельмени отошли. Плюнул. Блять, где ты стоишь, ёбаный в рот, нахуй, под стол быстрее, все, все к сторону стола ставить в рофрейн. Лужа полетела. А у нас Асуми. Ай, блядь, ну блядь, вы чё, кончены ли что? Что вы там делали, объясните? Всё, у нас БРов нет, они есть. Ой, дай БР. Пельмени отошли. Блядь, зря босса подводил. Да ёбаный в рот, нахуй. Я уже просто забыл, что у нас такие друиды. Падать. Блядь, в чём проблема, объясните мне? Какого хуя вы там стоите около, блядь, креста? Ваша метка печенька, нахуй. Перефаза закончилась, вернулись, блядь, обратно в печеньку, нахуй, и стали стоите в куче. Что это за хуйня, объясните мне. Вы что, долбоёбы, нахуй, вы в обычке не были или что, я не могу понять. Блядь, ну, все так же, как в обычке, нахуй. Вы стоите, блядь, в РНЖ умираете от чумы, нахуй. Ладно, я, блядь, просто не знал, что, блядь, зеленкой не скидывается, тут изменили эту хуйню. От чумы сдох, нахуй. Вы, блядь, стоите разделенно, умираете от чумы, нахуй. Кроме этого, блядь, в кресте, нахуй, стоите. Метка печенька, блядь. Крест и трусы, нахуй, это метки чисто на перефазу, блядь. Могу их убрать, если вы запомнили. Чтоб вы не путались, блядь. Если в печеньке нет никакой хуйни, всегда стоим в печеньке. На самом деле, супер простой проф, нахуй. Даже по урону и по всему, нахуй. Да, вот, прохиливается все заебись. Гниломорт ебучий, нахуй, то сложнее, блядь, на самом деле. Даже без холипава убиваемо. Ну да, что-то урона не так много, даже от взрыва зеленого. Раньше тут на гизла, всегда... по-моему, даже больше было. Ты же друг самый полезный. Ну, вроде на третьем, помнишь, вообще убивал нахуй зеленым. Ну, правее берите, тут следователи. Не, помню просто, блядь, ну этот взрыв, нахуй, зеленого, там, блядь, без сейва шотал просто, на x2 тот же, блядь. Я не знаю, кто сейчас в кресте стоял, когда я туда свичнулся, хп прожал, вот, не знаю, все выжили. Кто там, человека 3-4 отлетело. Блядь, собаки. Мало урона. Да, он, мне кажется, урон зеленого взрыва, ну вот взрыв от слизня, он такой же, как в обычке, блядь, по-моему, то же самое.
А мы не пройдем, да, здесь? Позиционка какая-то ебанская, там можно пройти. Мы же убили. Пошел. Ну, Барбарос вроде как пишет, что на нем зеленый был. Не, Барбарос нажал, блин, а там на ханте же. А, это до этого было. Да? На соло въебал. Стоял не там, где надо, блядь. И да, он, видите, две пары пельменей летят. Только в этот раз они чуть позже полетели, чем в прошлом. И ты это, не подводи на второй фазе. Пиздец, въебало пельмени. Кого не подводи? Это я сейчас подвел, потому что уже вайб думал. Там волохня была, по-моему. Кстати, кому обращаться за фласками? А что, блядь, там же по две связки. Вы хотите сказать, вы четыре фласки использовали? Не, я одну связку. Но... Там и третью ячейку я сделал. Падал, конечно, эти фласки. Ну, на обычку, на всю хуйню. Выдал право. Надо будет толкать флаги. Раскинать третий фиг. Что будет? Ты где? Пройти можешь? Да пизда нахуй. Че, первая тогда БК, третья ЛК? Да. Там, кстати, на ЛК сейчас пока вроде дешевые эти, можно закупаться по 380, они там стоили. Еще недавно. Хоть бы сманули, да, блядь. Смотрю, зимость. Ну, 389 на науке. Давай серчину поднимать. У нас войд бежал просто. Сдал рано. Мы ждали. Поэтому идем. Вы как-то, блядь, как тараканы разбегаетесь, потом вас хуй соберешь. Да, блядь. Всегда, всегда в печеньку, в любой непонятной ситуации. Блять, у меня ФПС просинает до 5. Пиздец, это пиздец. Да, здесь пиздец. Давай, чё, поехали. У меня. Ебали эти лаги, но... Может, из-за спама чумы? Не знаю. Сначала пинга, блять, ну, да, что-то играли. У белорусов, блядь, теперь что-то остро. Что-то высеют снимами. Мась, не забывай про меня. Слышишь? Пока вы стаков ловили, по 3 или по 4 на третьей фане? Зеленого влились. Блин, ну только что. Понял. Лужа сейчас полетит. Лужа полетела. Вот. Куртку ставим. В этот раз мало урона были. Нормально. Мася, охота обаму? А вот. Пашка, поехали, РДД, убей. Беги, малышка, беги! Далеко только не надо убегать. Ой, блядь. В столу беги, нахуй ты убегаешь, припоми ко мне. Лужи выпь. Попробуй играть. Красным дебафом крест, зеленым трусы быстрее. Два он дал. На два взрыва будет. Феня. А, блять, он за мной, сука, бежит, я еблан нахуй. Салют. Мне нечего плюнуть. Барбароза. Ну все, мы вакуум. Падайте, все, тихо, падайте, тихо. Закройте рот, пожалуйста, упадите нахуй. Я даун ебаный, все.
Смотри, а еще кто-то зеленым был в центре, потому что только что зеленый в центре побежал. Диспелните, пожалуйста, болезнь. Спасибо. Блять, что-то... Ой, сука, нахуй. А как он цель сменил вот? А, я чуть не заметил, блин. Да не, нормально, нормально. Никто не робот, все бывает. Да я уже засыпаю, нахуй. 3 часа, блядь, ночью, нахуй. Что?